ранку, шановні телеглядачі. Обов'язково ми з вами продовжуємо нашу ранкову ходу. Підйом повернувся до прямого ефіру. І, звичайно, після нагадання того, що трапилося цього дня, але багато століть тому, ми нагадаємо вам і про чудову акцію, яка досі триває. Шановні пані та панове, у нас у гостях протоїерей, настоятель храму на честь ікони Божої Матері у Міліні, отець Олександр Пономарьов. Доброго вам ранку. Доброго. Ну, звичайно, ми нагадаємо всім, що акція «Спаси життя онкобольному ребенку» триває. І, звичайно, ми разом із вами, разом із багатьма представниками різних храмів працюємо для того, щоб допомогти тим дітям і допомога, яким потрібна. Що ми маємо на сьогоднішній день і як відгукуються люди на цю акцію, на цю пропозицію і на допомогу? Хотілося б поблагодарити всіх, хто участвує в цій акції, і представників вашего канала, который, ну, я скажу, что это беспрецедентное такое сотрудничество между церковью и государственным каналом. Почему? Потому что мы делаем общее, очень важное дело, конкретную адресную помощь конкретным детям, которые больны онкогематологией. И хочу сказать, что я очень рад тому, когда я занимаюсь этими же проектами по благотворительности очень давно, лет уже 10, то вот эта масштабность, весь город, все церкви города в этом активно участвуют, то я вижу, и я и раньше был убежден, что у нас люди очень сострадательные и милосердные. И с каждой неделей акция набирает, как говорится, такую, входит более и более в силу, потому что по пожертвованиям люди, которые входят в храм, молятся, просят Бога о помощи и себе, и тем же больным детям, они помогают реально финансово. И пусть это первый наш шаг, а первый шаг – это трудный шаг всегда, он такой, первым начинать всегда тяжело, но уже почти 15 тысяч мы собрали за каких-то 2 недели именно денежек для этих больных деток. Что стосується, ну, не можна говорити це слово, воно так, знаєте, ріже вухо, це калькуляція, але якось, як вимірюється вплив безпосередньо медіа і така, ну, на відгук людей? Тобто, за перший тиждень ми знаємо, що там зовсім не така сума була зібрана, і відповідним чином... Там около 5-6 тисяч була зібрана. Тобто зараз така динаміка дуже серйозна. Тобто 2 рази почти. Що люди, коли до свого духівника підходять, коли спілкуються із представниками церкви безпосередньо тієї, в яку вони ходять молитися, як вони відгукуються, що говорять? Понимаете, во всей духовной работе священника с людьми, которые приходят в храм, мы часто говорим о милосердии и сострадании, любви кого? Господа нашего Иисуса Христа. Мы христиане, значит, мы ученики Христа. Мы должны так поступать, не только словом, но и делом. И то, что церковь принимает участие, активно включилась в этот проект, это природно, это должно так быть постоянно, системно, понимаете? И люди довольны и рады, что церковь включилась в активную фазу конкретной помощи, тем более это включились все храмы города. И люди с радостью говорят, что мы в дни Великого Поста, где мы часто говорим о том, что мы должны каяться, мы должны исповедоваться, причащаться, но мы же должны еще и прежде всего в мир нести свет и любовь. А как это проявить? Многие говорят, я не могу попасть в больницу, там, у меня нет времени сделать то-то, то-то, но у меня есть возможности, какие-то деньги, которые я могу помочь конкретно и ребенку. А ваша помощь, она неоценима. Почему? Потому что вы реально показываете механизм адресности помощи. Потому что, когда мы соберем эти деньги, то это будет показано, кому мы их отдадим, как это будет. То есть мы говорим для тех людей, кто сомневается, который боится жертвовать эти деньги, даже какую-то свою копеечку, мы говорим, смотрите, церковь восстанавливает то, что это делалось веками. У нас этот механизм отработан. А вы прекрасно это все освещаете. И в каждонедельных репортажах, и вот сегодня я на вашей программе, плюс «Кожна життя надія», проект «Спаси и сохрани». Мы подняли на обсуждение проблему онкологии. Мы хотим, самое главное, чтобы у нас дети не умирали. Мы хотим, чтобы эти дети здесь лечились, а если лечились где-то в другом месте, где есть более оборудование лучше, или там Беларусь, или там в Донецке там есть онкосерьезные центры, им необходимы еще финансы. І немалий. Що стосується активності людей, якщо брати не за часовим там проміжком, відрізком часу, тиждень, а тепер другий, безпосередньо, що стосується територіальних приходів, наскільки активні вони у місті Луганську?
Активность наблюдается прежде всего, конечно, в тех храмах, которые находятся на территориях больниц. Это городская онкология на автовокзале, наш храм умиления на территории детской областной больницы, это соборы, конечно, крупные храмы, где идет большая посещаемость людей. И, конечно, очень важно, что священники на каждой на своей проповеди или общении с людьми призывают помочь конкретно именно детям. То есть мы мобилизируем наш потенциал вот, людей, мы рассказываем им, говорим, что вы должны помнить о том, что наша святая обязанность помочь даже тому ребенку, которого ты не знаешь, но он нуждается в твоей помощи. Это состояние христианина. Мы должны это все восстанавливать и направлять в нормальное, как говорится, прозрачное духовное русло. Вот ну что, як то кажуть, нехай щасливиці. Акція триває, шановні пані та панове, безпосередньо триватиме вона аж до Великодня і ще й Великодній тиждень. Всю Світлу Сідміцю. Тим паче можете взяти в ній участь і, звичайно, чекатимемо вас вже за тиждень у студії програми «Підйом», аби поговорити вже про попередні підсумки тижня третього, який вже розпочинається. Спасибо. Дякуємо, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Шановні пані та панове, допоможіть тим, хто цього потребує. Це все, що хотілося сказати наприкінці нашої сьогоднішньої бесіди. Тим паче, що діти – то є наше все. Діти – то є усмішки кожного і радість у серці для кожного. А як вони, ці діти, дарують самі собі радість і відповідним чином самі собі створюють неймовірні поробки, ви побачите це у наступній нашій рубриці, там, де зайчика зроблять. Веселкова майстерня.